Ми базікаємо про футбол. Ви дивитесь програму «Додатковий час», і ми анонсуємо тур номер 13 у 5-й лізі ХФЛ. Перша гра – «Гладіатор Монте-Карло». Олександр, що ти скажеш стосовно цієї гри? Хто є фаворитом у цій парі? Давайте посмотрим на турнірну таблицю і реально скажемо, хто є фаворитом. Думаю, пройшло 10 туров, можна 9-10, тобто на самом деле вже 13 тур. Тобто можна сказати 9 сыгранных туров, хто ще переігрує. І вже, думаю, можна судити о командах. Фавориты там. Фавориты и так далее, кто занимает какое место, то есть кто за что будет бороться, так сказать. То есть, конечно, могут поменяться команды, но я сомневаюсь, что команды поменяются кардинально. И, допустим, если мы до этого проигрывали фаворитом, резко начнем выигрывать. Ну, тут все зрозуміло, да? Ну да. Монте-Карло. Ну не 100%, а процентов 60, думаю, нам повезло. Орион Гвадаладжара, новичок нашей лиги. Я могу сказать, что я на воротах стоял в это время. Ну, в этой день. Гладиатор? Окей. А что ты скажешь про Орион Гвадаладжара? Про Орион Гвадаладжара, думаю, у Ориона есть первые шансы взять очки. Да. Потому что Гвадаладжара сейчас без голкипера все еще. И Орион может в этой игре действительно взять очки, потому что Орион будет пособраннее Донбасса, а Гвадаладжара ломала-ломал, он таки уломал опять 0 Донбасс. Я смотрел, но... Я же говорю, должно быть интересно. Орион сейчас с Донбассом играл, да? Орион? Нет, еще с Донбассом не играл, да. Он сейчас по парду. Окей. ЮНІСЕФ Возрождение грає там у 10:50, і фаворитом, мабуть, цієї пари є якраз таки ЮНІСЕФ, знову ж таки. Брати Біллери, свою команду, забивало Бондарчук. Я правильно сказав? Бондарчук. Забивали. Забивало Бондарчук, який забив у минулому турі. Да. Гратиме з братами Біллерами проти команди Возрождение. Я думаю, що у них є непогані шанси виграти цю гру. Що ти скажеш? Плохі, неплохі. Я ж говорю, то есть, если они, как обычно, серьезно подойдут к этой игре, то, конечно, они возьмут очки. Не, ну и не завжди підходить серйозно до своїх ігор. Серйозно, да, но... Як Китай, он... Важно тоже, как соперник настроится на эту игру. Я думаю, что... Я не говорю, что Возрождение прям та команда, которая может отобрать очки, но... Ребятам не стоит расслабляться и играть, раз уж они играют, тем более они не на первом месте, они борются за лидерство, поэтому очень важно брать в каждой игре очки. Окей. А Возрождение, то есть, допустим, если говорить про еще одного фаворита Штурм, то вот 4-2 они проиграли Штурму. То есть ребята сопротивлялись, но такого того настроя, чтобы отобрать очки, у них не было. Поэтому, я же говорю, тоже возможно будет поражение. Воскресенко, АФК Салют. Нескромный подарок для Салюта, думаю, в виде 3 баллов. Можливо, є шанс все-таки у Воскресенки цього разу взяти свої очки? Думаю, Салют зараз так настроєн, щоб не що розбазарювати очки. Не дадуть Воскресенки, да? Окей, Авангард Штурм. Хто стане переможцем цієї пари, мабуть, теж догадатися не складно. Якщо, знову ж таки, йти по принципу турнірного встановлення. По турнірну, да. Тобто, думаю, Штурм навіть може 5 м'ячей забити. 5 м'ячів. Ну що ж, побачимо у суботу. Сокол, Олімпік. Ну тут буде цікавенько, тому що команда, в принципі, недалеко одна від одної, але ну, я от все-таки... Я от не завідую судді, який буде робити матч. Да? Не то, що команди там скандальні, або що. Просто і одна, і вторая люблять апелювати до судді, допустимо. Скажи, а це ж ти судиш? Ні, це не я, Саша. Я заканчиваю якраз перед Авангардом. Перед ними? Да. Так що... Я ж говорю, то есть, Сокол, Олімпік. Команды, то есть из одного разлива сейчас 7-9 место, 16-14 очков соответственно. И то есть, что-то любит апеллировать, допустим, можно вспомнить игру Сокол Тайм, когда тоже Сокол немного поддавливал на судью, я бы так сказал. Но Тайм как бы взял свое по игре, посмотрим, как будет здесь. То есть никого не хочу обидеть, Олимпик, просто да? Сужу так, как оно есть, да. То есть, возможно, даже ничья. Winter Garden Time. Вот цікава теж гра. Довольно-таки цікава гра. И что ты скажешь? Я бы сказал, что вот почему-то мне кажется, что у Тайма с каждой игрой сил становится все меньше и меньше. А Winter Garden, наоборот, как бы сейчас вот набирает. Но не знаю, насколько он набирает. То есть, насколько можно судить его 0-2 победу над Орионом. То есть, если Тайм выиграет, то... Действительно, вот они, можно сыграть,
можно так сказать, сыграют стильно, как достойные чемпионы. Угу. А вот если они проиграют, то борьба еще больше ужесточится и могут даже слететь. Угу. Ну и остання гра туру. Центральний матч туру. Центральний матч в тому плані, що команда, яка сьогодні займає лідеруюче місце, перше місце в нашому турнірі, в нашому грати, ми з командою, яка займає передостаннє місце. Отже, аутсайдер з лідером. А що можна сказати? Що тут можна говорити дійсно? 53 забитих, 11 пропущених в Атлетіка. І наоборот, 5 забитих, 52 пропущених у Донбасу. Давайте статистика говорить сама удачі по Донбасу. Себе. Бажаємо тільки перемоги кращій команді і наснаги Донбасу. Хай щастить.